Выращивание гвоздики из семян в домашних условиях. Гвоздика в домашних условиях – миловидное, пушистое растение. Наблюдать, как раскрываются бутончики, как наращивается зелень, от чего формируются кустики – это просто одно загляденье. Какие сорта гвоздики посадить дома? Гренадин, Шабо, маленький Вилли, Чиба, Суперфантазия. Ждем ваших комментариев, варианты сортов для домашнего выращивания гвоздики. А пока что приступим к посадке. С чего ее начать? Контейнер и почвенная смесь подготавливаются до обработки семян, чтобы не затягивать с посадкой. Куда посадить гвоздику семян? Общий контейнер, лоток из-под масла, одноразовый стаканчик или горшочки. Почвенная смесь для гвоздики, смесь песка, глинистой земли с калийно-фосфорным комплексом. На дно горшка положить дренажный слой, чтобы собирал лишнюю влагу. Посадка гвоздики и семян в домашних условиях поэтапно. Выложить на дно горшка дренаж. Сверху засыпать землю. Затем положить перекись. Затем пролить перекисью водорода. Подсушить и повторить увлажнение. Засыпать семена через каждые 5 см, углубить на 1 см в землю. Посадка окончена. Когда пойдут первые всходы гвоздики? Через 2 недели. Контейнер накрывается пленкой, чтобы ускорить выгонку гвоздики из семян. Каждые 2 дня пленку надо менять дома, а землю в горшочках проверять и проливать, если пересохло. С первыми ростками отказываться от пленки и дорастить гвоздику в комнатных условиях. Уход за гвоздикой из семян в домашних условиях. Температура воздуха для гвоздики дома на отметке плюс 13 градусов ночью и плюс 23 днем. Предел комфортных показателей – это 32 градуса. Температура выше этой отметки губит гвоздику. Освещение объемное. Гвоздика подпитывается солнечными лучами. Максимально освещайте цветок. Горшок с гвоздикой выставляйте на южной стороне квартиры. Осенью и весной удлиняйте световой день за счет подсветки. Если света мало, то гвоздика не цветет или мельчает. Влажность воздуха не принципиальна, но перенасыщать комнату влагой не надо. Гвоздика не терпит сырости, поэтому комнату проветривают. Затхлый воздух не только плох для гвоздики, но неприятен для цветовода. Не издевайтесь над собой и дышите в полную силу. Давайте этому гвоздики. Полив в полученную смесь также минимальный, сокращать до 1 процедуры в месяц зимой и вводить по 2 процедуры в неделю осенью и весной. Летом увлажнять после просушивания верхнего слоя практически сразу. Как правильно проливать гвоздику? По верхнему слою в горшке, по ободку горшка, не направлять на стебли и листья воду. Подкорку для гвоздики в домашних условиях вводят после пикировки. Саженцы с 4 листочками перемещают в отдельные горшки. На каждую листовую розетку емкость по 10 см. Подкормка минеральными компонентами и смесями для цветущих растений обязательно. Обработка фунгицидами, например, фитоспорином, относится к подкормке к профилактике грибковых заболеваний. Гвоздика болеет черной ножкой, и если заразилась, то погибает без шанса на восстановление. Делитесь в комментариях, как вы выращивали гвоздику из семян в домашних условиях и какие сорта использовали.